Всем привет! На экране вы видите сейчас мои Phalaenopsis equestris, а поставщик это Tension Orchids. Такой новый для меня поставщик, новый поставщик на нашем украинском рынке орхидеи, скажем так. Приходили они в Амхе, и я пересадила их в кору. Получила я не только обычные эквестрисы, но и пилоричные. Пилоричные себя, кстати, чувствовали хорошо. Обычные начали вот так вот морщить, крючить и сушить нижние листья. В общем-то, это нормально. Это совершенно другие условия влияния их, это адаптация. Печалиться и паниковать здесь не надо. Все нормально. Немножко потеряли тургор и верхние листья, но новый уже растет хороший. Вот этот лист тоже набрал тургор. Вот этот товарищ чувствует себя получше. Корневая была средненькая. И, знаете, с одной стороны, можно было бы немножко подрастроиться с такими листьями, но я понимаю, почему это происходит. Немножко, конечно, из-за полива опрыскиваниями. Не совсем прозрачный горшочек. Но вот вы видите, один, два растущих корешка. Вот здесь вот тоже видно зеленый растущий кончик. Три. Кстати, вот четвертый. Вот пятый. И, кстати, вот этот был с корневой. Ну, если любя говорить, то на троечку. Но так, очень не очень. Но вот у него вот тоже, кстати, видно, новый корешок растет. И он все, собственно, направил на рост корешков. Корешки классные, корешки толстенные, растут очень-очень активно. Их в горшке стало заметно больше. Очень-очень радует. И листья уже, собственно, не имеют такого большого значения, их потеря тургора, потому что хорошая корневая — залог здоровья, и новые листья нарастут. Здесь корневая была гораздо лучше. И видите, листочки не так пострадали. Вот самый нижний, вот здесь вот чуть-чуть только начал терять тургор и немножко уже желтеть, но совсем чуть, незаметно, и он еще очень-очень долго продержится. Остальные листья — прекрасный тургор, хорошо его держит. Вот новый листик растет. Все прекрасно. И здесь вот видно и старые корешки, которые были гораздо в большем количестве. И вот видно растущие. Так, тут блик. Еще и камера не очень хочет наводиться. Вот он растущий. Вот, кстати, сверху новые растущие, такие загорелые товарищи. А если мы заглянем, вот рядом с бирочкой есть вот еще один, совершает побег из горшка. Тоже загорелый товарищ. Вот, кстати, тот, который под бирочкой, вот его хорошо видно. Много-много растущих, если крутить и рассматривать. Внизу там тоже есть. Хорошо дали в рост, но вот вы видите, какая действительно разница по листве. Из-за того, что разная корневая. И вот, кстати, вот этот в какой-то момент опечалил меня. Я, честно говоря, думала, что либо прощаться, либо очень долго и тяжело буду его вытягивать и выхаживать, что я тоже очень не люблю делать. Не фанат я вот этих вот реанимашек, танцев с бубнами и прочего-прочего. Но очень порадовал вот этими корешками. И благодаря ним, собственно, сам без каких-то моих особых действий выберется и станет классной куртиной. Подожду цветения, посмотрю, как зацветут. Зацветут одинаково, ждет их посадка в общий горшок. Зацветут по-разному, останутся в разных горшках. Но пока я их трогать не планирую, пока я жду, когда они хорошенько заплетут горшки полностью. Пока эти горшки для них абсолютно подходят по размеру корневой. В зависимости от активности этой самой корневой, они могут достаточно долго в них сидеть. А в комментариях, вернее, не в комментариях, в комментариях я вас жду. А ниже в описании обязательно я укажу и видео, как я их получала, когда я их получила и у кого я их брала. Можно будет посмотреть. И в конце ролика тоже
появляются разные всплывающие подсказочки и подписка на канал. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться с друзьями, обязательно писать комментарии. Кстати, может, кто-то тоже получал от этого поставщика эти орхидеи. Заходите, пишите, делитесь, как у вас фаленопсисы, и не только фаленопсисы. Я знаю, что у этого поставщика шикарнейшие цимбидиумы и дендри. И мне будет очень-очень интересно почитать ваши отзывы и то, какие вам пришли эти растения, как они у вас адаптировались, как растут. А также, кстати, переходите тоже в описании, будут ссылки на социальные всякие сети, странички, группы. И там тоже я с удовольствием почитаю и попереписываюсь с вами на тему, какие вам пришли растения от этого поставщика и вообще, у кого вы больше всего любите брать, какой поставщик у вас любимый и что вы чаще всего берете. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо всем тем, кто досмотрел видео до конца. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.